начала 19 века эра развития холодильника, это был не электрический холодильник, был холодильный так званый шкаф, в который имел несколько отсеков. Вот отсек, он такой жести с оцинковки, засыпался куда лед. Сюда размещались продукты, можно было хранить. Чтобы сохранить лед, его укрывали это торфом, там, соломой. И таким образом для перевозки продуктов применяли вот этот лед, насколько это можно было его сохранить, для увеличения времени сохранности продукта. 22 июня 1978 года я пришел на Минский завод холодильников слесарем механосборочных работ. Прошел по конвейеру, посмотрел, в принципе, мне все понравилось, и так осталось. Меня привлекал этот завод еще тем, что здесь было общежитие. Вот. И как молодого человека, пришедшего с армии, меня все практически устраивало, поэтому осваивал рабочую профессию, после этого стал сварщиком, ну и вместе с тем параллельно учился. Были хорошие у меня учителя, старший мастер, начальник цеха, которые, в принципе, ну, что-то у меня видели, наверное, пытались, в принципе, подтолкнуть к тому, что я должен расти. И поэтому поступил в Одесский техникум пищевой промышленности, холодильное оборудование у нас было, его закончил. И параллельно так стал мастером, потом старшим мастером. В итоге дорос до замначальника цеха. Это было связано все с производством холодильного агрегата, самих холодильников. Вот. Это была конвейерная работа. Ну, в общем-то, мощностей не позволяло ли что-то да, выпускать. Много приходилось работать сверхурочно, по субботам, ночных смен. Но вместе с тем планы росли, и, в принципе, мы эти планы успешно выполняли. Ну, доработавшись в производстве этого замначальника цеха, мне пришлось возглавить до последнего дня работы в компании «Атлант» в должности заместителя генерального директора по качеству. Ну, мои все 43 года трудовых на «Атланте» разделились 21 год в производстве, 22 года в управлении завода. Это мое первое и единственное рабочее место. После службы армии в 1979 году я пришел на работу 20 лет. И вот все 44 года я работаю на заводе «Атлант». 42 года из них я работаю бригадиром на участке сборки. Пришел слесарь механосборочных работ. Потом получил специальность прямо на заводе газосварщика. Ну, а дальше работаю бригадиром. Бригадир – организация и обеспечение бригады комплектующими. Вовремя заказать детали, подготовить производство, все необходимые, технологические карточки проверить, также соблюдение охраны труда, порядок на рабочем месте и так далее. Все необходимые организационные работы у бригадира. В 80-е годы, когда я пришел на завод, вы знаете, мы выпускали, наверное, 5-6 моделей. Технология была тяжелее. Холодильник более трудоемкий был, более времени заходило. Ведь дополнительно участки были еще, которые собирали холодильный агрегат. Люди дополнительные были. Теперь, в данное время, мы работаем холодильниками, не съемным холодильником бригады. У нас очень много модельного ряда. Знаете, я даже, вот и честно, я не могу пересчитать на пальцах. То новые холодильники, то вот какие-то разовые холодильники запускаем, то знаете что, модификации меняются, меняются, идут, на месте не стоит, завод развивается, это вполне нормально. Теперь потребитель хочет что-то новое, понимаете, уже старое, как говорится, побыло у него какое-то время, дайте мне новое, дайте изюминку свою. Я работаю бригадиром, понимаете, мне интересно вот это вот. Новую модель мне хочется самому. Я подхожу на конвейер, подхожу к ребятам, когда вот начинаем собирать. Мне хочется попробовать самому что-то поставить, вот, продемонстрировать. Для того, чтобы знать, как собирается холодильник, для чего это делается и почему. Чтобы потом, ну, люди меняются, приходят новые люди, чтобы человеку можно было объяснить, рассказать, показать, что, как и делается, как собирается этот холодильник. Ну, мне это интересно. В
1958 году у нас был завод электроаппаратуры. Это выпускали, будем говорить, такие замочки, колясочки, газовые плитки. Товары народного потребления нужны были, но тем не менее стала задача все-таки освоить собственный белорусский холодильник. В апреле 1962 года был произведен на партия холодильника «Минск-1». Они выглядели по форме кухонного стола, так как здесь в конструкции были полочки для хранения продуктов, там бутылок. Также сам холодильник с морозильным отделением. Поэтому для малых квартир на то время, конечно, очень удобно было иметь такой холодильник, который одновременно выполнял функцию и стола, и тумбочки, и холодильника. Поэтому очень удачный, надежный. Это шкафы сделаны из металлические у него. То есть очень добротные, но вместе с тем не хватало единственного только объема по хранению продукта. Появилась необходимость вообще создания отдельно стоящего холодильника от стола, отвязано, так как росли немножко, изменились планировки кухонные, кухни увеличивались. И поэтому можно было сегодня делать как бы более таких перестановки. Поэтому появилась необходимость создать отдельно стоящий холодильник и увеличивать объем не только по количеству, но и объем самого холодильного отделения. И если просмотреть динамику вообще-то развития всей линейки холодильника под маркой «Минск», она имеет тенденцию увеличения, мы видим, объема как морозильного отделения, так и холодильного отделения. Я хочу сказать, ну молодежь всегда была молодежь. И сказать, что у нас молодежь не плохая, нет, неправда. Она теперь более грамотная даже нас. Мы раньше более трудолюбивые были, а они теперь более умственные, понимаете. Поэтому ну, они работают, и у меня нет таких в бригаде, чтобы человек пришел и не хотел работать. Хорошая молодежь. Мои родители, вот мой отец, ну, была у него одна жизнь, у меня уже немножко лучше. Дети мои закончили все с высшим образованием, уже работают. Работают совсем в другой сфере, это вполне нормально. Внуки хочется, чтобы еще лучше были, понимаете. У меня сын работал на Атланте, жена работает, племянник работает, невестка работает. Зять работал начальником участка по первому цеху на покраске. Вообще самая приятная работа, когда приходишь на работу, и вот работаешь спокойно, выполняешь график, знаешь, что ты выполнил график, завод работает, холодильники продаются. Результат есть, новые модели выпускаем. Вот это самопровод, короче говоря, когда на заводе все хорошо, то тогда и дома, и везде хорошо. Были разные периоды и сложности. Но вместе с тем, как-то Атлант с этого успешно всегда выходил. Я на сегодняшний день, вот, находясь даже на заслуженном отдыхе, но вместе с тем не теряю разрыв, будем говорить, с этой компанией. Я горжусь, что моя жизнь прошла в этой компании. Трудовая вся деятельность. Никогда ни один день не пожалел, что я сюда пришел в 1978 году. И пройдя вот этот путь, мне не стыдно, в принципе, сегодня встречаться, говорить и с работниками, с которыми даже когда-то начинал. Им тоже приятно со мной общаться. Я хочу честно сказать, что, на мой взгляд, может, что-то я не понимаю, но вот наш глава государства и вот наше правительство, они всегда поддерживают нас, государственную структуру. И я думаю, что вот нам легче теперь, чем у какого-то частника. Частник мог бы развалиться, где бы он взял бы деньги, где бы какие-то поддержки, все. А так Александр Григорьевич всегда помогает. Оказывает Дмитрию Владимировичу помощь, я думаю, так. И мы работаем, вы знаете, что любые ситуации. Ведь самому человеку, самому предприятию, тяжело. А когда есть господдержка, вы посмотрите, любые даже, господдержка, даже футбольные команды, хоккейные команды, если есть господдержка, все работают, все живут.
Нету господдержки, посмотрите, что это очень тяжело. Поэтому я считаю, что с господдержкой это вполне нормально. Поэтому и есть надежда, и есть уверенность в завтрашнем дне, что мы придем на работу, мы будем работать, что нам не скажут, что вы не, сегодня работы нету, вы уйдите, ищите работу еще. Я думаю, что вот так правильно. Даже вот сказать про сложности какие-то вот по поводу завода или по поводу работы вообще жизни, ну, в принципе, такого вот, ну, нету сложностей. Сейчас нормально жизнь идет, мы нормально живем. Я считаю, что нормально живем в Белоруссии. Страна, которая развивается, которая все есть, которая спокойно можно пойти куда-то отдохнуть, чистый город. Я вот бываю, и в санатории езжу, и в Гродно был, и в Бресте был. Везде приезжаешь, везде как дом. И сказать, что что-то про какие-то сложности, я даже не хочу говорить. Ведь кто не работает, у того сложностей никогда нет. Самое главное, их грамотно выходить и грамотно сделать. А сложности эти вообще преодолеваются. Это не тот вопрос, когда сложности не преодолеваются. Thank you.